لقد تكللت كذلك جهودنا المشتركة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة بين بلدينا بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي سنكتب من خلالها فصلا جديدا على درب التعاون فيما بيننا، وستفتح آفاقا ممتدة للارتقاء بمستوى علاقاتنا الثنائية وشراكتنا الاستراتيجية. Наши совместные усилия по укреплению отношений дружбы между нашими странами увенчались сегодня подписанием договора о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Считаю, подписание этого договора откроет новую главу в истории нашего взаимодействия и обеспечит долгосрочные перспективы и новые горизонты, призванные поднять наше двустороннее сотрудничество и двусторонние отношения на качественно новый уровень. كما تجدر الإشارة إلى اتفاقي مع رئيس بوتين على إعلان عام 2020 عاماً ثقافياً بين مصر وروسيا، حيث نأمل أن يشهد هذا العام العديد من المناسبات الاحتفالية التي تعكس التواصل الثقافي والحضاري والفني بين البلدين والشعبين الصديقين. Хочу также отметить, что мы сегодня договорились с президентом Путиным объявить 2020 год прекрасным годом культуры между Египтом и Россией. И рассчитываю, что в рамках этого года будут проведены различные мероприятия, способные отражать глубину культурных, цивилизационных и художественных связей между нашими дружественными странами и народами. ليشمل تناول المستجدات الإقليمية في المنطقة إيماناً منا بالأهمية القصوى لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل يحقق مصالح شعوبها ويضمن مستقبلاً أفضل لشبابها بعد المعاناة الطويلة من قسوة الحرب وما تسببت فيه من دمار. Дамы и господа, помимо сотрудничества Египта и России, нацеленное на обеспечение лучшего будущего для наших народов, координация между нами ведется по актуальным региональным вопросам, исходя из нашей уверенности в первостепенной важности восстановить безопасность и стабильность в этом регионе, в регионе Ближнего Востока, с тем, чтобы это удовлетворило интересы народов региона и гарантировало лучшее будущее для его молодежи после длительного периода страданий в результате войн и разрушений.